Михаил Болсон – талановитый гомельский поэт, прозаик, член Союза письменников Беларуси и Белорусского союза журналистов. Он уладальник шерого престижных литературных премий, узнагороджений знаком за великий уклад в белорусскую литературу. Михаил Болсон родился на Чачершине и признанный гоноровым жихаром этого района. Больше как 30 годов своего життя он отдал журналистице, працавал у районках, шмат годов просвятил деятельности областным телерадиообъединениям. Михаил Михайлович – соправдный корифей гомельской журналистики, человек, который с радостью узгадывает былую працу, дает слушную параду своим молодым пераемникам. Больше познавать життё, обогачать себе ведами у разных галинах життя, переймать опыт старейших и быть завсёды на стороне життя. Журналист працует сутки. И он навод идёт по улице, что-то зауважил, нараджается тема. Вот я, как кажут, схопил, распрацевал, и есть передача. Михаил Болсон – автор поэтичных сборников и книги нарысов «Чачерский след у науцы». Его работы так само надрукованы у шматликих газетах и часописах, коллективных сборниках у Беларуси, России и Украине. Коллеги по творчей справе и сябры по житті кажут про Михаила Михайловича, как про щирого, ветливого и працавитого человека. За вот творчей особой, а это саправды талановитая творчая особа Михаил Михайлович, вот хавается деликатная, тонкая, человечая натура. Дай Бог ему долгой дороги, дай Бог ему великое творчее життя и человечее, и хай пишутся новые книги, хай створяются новые верши, и хай он еще долгие годы радует нас всех. Неглядячи на узрост, Михаил Болсон веде активный лад життя, працуя как журналист, письменник и публицист. Часто проводит творчие вечеры и встречи со школьниками. У своей 75 годов он заховал юнацкий запал души и романтичный погляд на речаисность. Михаил Михайлович упевнены, юбилейная дата – черговая приступка, как проанализовать то, что зроблено, и с новыми силами протягнуть радовать прихильников своей творчести новыми вершами и добрыми справами. Вероника Ворошилина, Игорь Марышченко, телерадиокомпания «Гомель».